One-Show TZ. Просто первые. Привет, интернет. Сегодня я хочу поговорить с тобой про похожесть. Ну, так сложилось, что все мы на кого-то похожи. Брат похож на брата, сын похож на отца, клен похож на тополь, вернее, на березу, ну, это не важно. А наш русский медведь похож на белого серного мишку. Так сложилось, что сейчас у белого серного мишки проблемы. Ему грозит вымирание. И мы вместе с вами можем этому помешать. Другой интернет. Протяни лапу помощи белому медведю вместе с Всемирным фондом дикой природы. И тогда, возможно, человек, немного похожий на меня, сможет ему помочь.